Коня у тебя случайно нет? Как нет? Есть конь! Очень хороший конь! Настоящий, богатырский! А что хочешь за коня? Только денег у нас нету. Ну тогда и разговором конец. Хотя, принесите мне шапку-невидимку. Чудная вещь! За нее и коня отдать не жалко. А где же взять шапку-невидимку? Такие шапки только в сказке бывают. Говорят у старухи, что в глубине леса живет. Имеются всякие волшебные вещи. Сходи к ней. Может, найдешь там шапку? Избушка, избушка, повернись на 90 градусов вокруг своей вертикальной оси. Повернись. Залезем. Если не получится, то Тихона позову. Нет? Нет, не получится. Эх, не богатырская труба. Не залезть мне туда. Слышь, Тихон, попробуй ты залезть. Нехорошо это, Алёша, в моем возрасте по крышам лазать. Но раз другого пути нет, попробую. Мы не будем лазить в сундука. Мы не будем лазить в сундука. Если не получится, тогда бабушка ведьма какая-то. Так, еще раз попробуем. Что? Ух, ведьма проклятая, чуть все кости не переломал. Ну как, Тихо, добыл шапку? Нет, не удалось. Больно злая старуха эта яга. Слышь, Тихо, попробуй ты залезть. Ладно.